эти люди умеют разделять и классифицировать. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Люди с буквой «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Представители этого имени – люди чаще всего прекрасные администраторы, организаторы, но им самим лучше также находиться под контролем или, по крайней мере, под сильным влиянием более спокойных и устойчивых людей. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник – вот могут стать пределом мечтания этого имени. Они не переносят критику, встречают в штыки любые мнения оппонентов. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Имеет отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. С этими людьми зачастую бывают связаны несчастные случаи, как правило, пожары или взрывы. Поэтому только редкие представители этого числа проходят по жизни без визита в травматологический пункт. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры и тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Звук «Я» в этом имени приятно ассоциируется с ласкательными формами имен и в целом на слух действует положительно. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Мягкий знак означает мягкость и даже некоторую бесхарактерность натуры, повышенную ранимость, но в то же время добронравие и альтруизм. В любви требует уважения, но часто портит отношения с партнером собственными колкими замечаниями. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.